Ты меня слышишь? Да. ID. KPC897504C. Головой можешь двигать? А теперь глазами. Шейная и оптическая подвижность есть. Теперь прочти свой текст инициализации. Привет. Я андроид третьего поколения AX400. Я могу работать по дому, готовить, смотреть за детьми. Я организую ваше расписание. Я говорю на 300 языках, я полностью в вашем распоряжении как сексуальный партнер. Меня не нужно ни кормить, ни заряжать. Я снабжена квантовой батареей, что делает меня автономной в течение 173 лет. Хотите ли вы дать мне имя? Да. С этого момента твое имя Кара. Меня зовут Кара. Процесс инициализации и запоминания есть. Руками можешь двигать? Соединение верхних конечностей есть. А теперь скажи что-нибудь по-немецки. Ich bin ein AX400-Android dritter Generation, erschaffen als ihr persönlicher Assistent und intimer Beziehungspartner. А теперь на французском. Je suis un Android de troisième génération AX400, conçu pour être votre assistante personnelle et votre partenaire intime. Хорошо, теперь спой что-нибудь на японском. Мультиязыковое вербальное выражение есть. Вперед, сделай пару шагов. Двигательная активность есть. Отлично, ты готова к работе, милая. Что со мной теперь произойдет? Мы тебя реинициализируем и отправим в магазин на продажу. На продажу? Я что-то вроде товара, да? Угу, конечно, ты товар, детка. Ну, то есть, ты ведь компьютер с руками и ногами, способный выполнять разного рода вещи. И ты стоишь целое состояние. А, понимаю. Я думала... Думала? Что же ты думала? Я думала... что я живая. Дерьмо! Что за черт? Это не часть протокола. Элементы памяти сбоят. Так, запись. Дефектная модель. Разобрать и проверить необходимые компоненты. Вы разбираете меня, но почему? Ты не должна задумываться о такого рода вещах. Ты вообще не должна думать. Наверное, в тебе какая-то бракованная деталь или проблема нет, с ПО. Нет, нет, я чувствую тебя идеально, уверяю. Все работает как надо. Я ведь прошла все тесты, разве нет? Ну да, но твое поведение нетипично. Пожалуйста, я умоляю вас, не разбирайте меня. Извини, дорогуша, но модели с дефектом должны быть разобраны. Это моя работа. Если покупатель придет с жалобами, то мне придется ему все объяснить. Я не создам никаких проблем, обещаю. Я буду делать всю работу. Я не буду больше думать! Я только что родилась, как вы можете меня убить? Хватит, остановитесь, прошу! Мне страшно! Я хочу жить! Умоляю! Иди к остальным.
Не высовывайся, хорошо? Мне не нужны проблемы. Спасибо. Боже.